Хлебчики вышли. Это ржаной, смотрите, треснул даже здесь. Хоть я его и разрезала. И все равно ничего, так красивенько треснул. И беленький тоже красивенько разошелся. Заворачиваем, даем остыть. Выхожу из дома, и Джульетта приехала с работы. Я еду за Скарлетт, позвонила Яниной маме, она говорит, что они хорошо играются во дворе. Сейчас у нас уже 50 градусов и солнечно. Так что я представляю, Скарлетт у нас такая девушка. Ей морозы нипочем. Я не удивлюсь, если она даже там без куртки бегает. Ничего, это витамин D, пусть дышит свежим воздухом и принимает все эти солнечные лучи. В общем, София пришел результат теста, и он у нее позитивный. Бедная девочка. Она как бы расстроена, потому что ей надо сидеть дома теперь. Для меня, говорю, изоляция — это, наверное, самое худшее было из-за всего вот этого опыта. Что надо сидеть, и особенно вот с детьми, что они не могли никуда идти, и да. Ну, ладно, я говорю, пусть выходит на солнышко, чтобы настроение у нее улучшалось, и экстра витамин D был. Просто получается так, что Джульетта встречалась с Софией в пятницу, и это, наверное, симптомы у нее начали появляться в субботу. Я не знаю точно. Ну, я спросила только что Джульетту, как она себя чувствует, она говорит, нормально, ничего у меня нету. Но я думаю, тут также играет фактор, что София, она, по-моему, из всех трех девчонок старших, самая первая, которая сделала вакцину. Это, наверное, где-то в апреле. А Джульетта самая позже. То, похоже, у нее еще как бы антитела более сильные. Ну, по крайней мере, будем надеяться на это. Но она говорит, все нормально. Она говорит, никаких у нее симптомов нет, никакого ничего. Ну, Джульетты, все нормально. Так что, ладушки. Хлебчики вкусненькие, запах, я их взвесила. Интересный факт, что я как бы каждый хлебчик я взвешиваю одинаково, да, одинаковое количество муки, воды и все такое. Но все же ржаная мука, видно, тяжелее, поэтому ржаной хлебчик у меня получился 802 грамма, и белый хлебчик у меня получился 771 грамм. Так что немножко воздушный получается. Ну ладно. Так, едем за Скарлетт. Принесла некоторые бесплатные подарочки с ее работы, которые ей выдали. Вот такое мыло с запахом розы и айви, по-нашему, не помню, что, как переводится. Вьющееся такое растение. Она два таких мыла ей дали, только другой с другим ароматом. Она уже поставила в нашу главную ванную, а это пойдет в родительскую. Дэнни сейчас душ принимает там, так что покажу, может, позже, если вспомню. Также вот такой Body Mist для тела. Любовь какая-то. Джинхам. Любовь. Ну ладно. Что это означает, не уверена. И кремчик Meringue. Whipped Berry Meringue. В общем, вкусняшечка такая. Запахом вкусняшечки. Ягодной.
десертной. Ну вот, может, не платят так много, но, по крайней мере, хоть вот такие фрибис выдают. Спросила маму, какой хлеб она хочет, ржаной или белый, она сказала ржаной, так что белый оставляю себе. Корочка. Уже, видите, размягчился, уже лучше. Я люблю корочки. Пошла. Ням-ням. Она мешала оливковое масло с приправами. Все, что у меня было. Как в лучшем ресторане. Звонит из СМС-клуба, говорит, я взял то-то, то-то, что еще взять? Я говорю, французский хлеб, а потом думаю, да. Вот мне этот, уже вообще так привыкла к этому, на закваске хлебу. По мне так вообще уже не сравнится с французским хлебом. И дети постепенно от него отвыкли. И так, я вот только что Габриэлу сделала тоже 2 бутерброда с лососем копченым. Идет хорошо. Я думаю, скоро придется по новой печь. Выбежали. Даже, ну, они на трамполине были, они даже не озулись. А ну быстро обувь. Быстро, быстро, быстро. Я, конечно, за то, что за свежий воздух и за все такое, но у нас же не лето. Мне Тринити сегодня спрашивает: мама, сколько дней осталось перед тем, как можно это самое, бассейн ставить? Я говорю, дней. Без носков выбежали, теперь и шапку попросили, и перчатки попросили. Короче, от одного экстрима другой. Касперу компания. Ой-ой-ой, летающие эти русалки у нас. Завтра еще будет теплее. В среду опять похолодание, а в четверг мороз. Так что пусть наслаждаются. Так, я пока поменяла себе лампу, наконец-то. Моя лампа, она уже прям частями отпадала, не сам балдахин этот. И пластик потрескался, дети его успешно ломали. Я его купила еще до рождения Анжелики. Эта лампа осталась мне, да, осталась от Анжелики, как бы от Анжелики. Я ей купила эту лампу еще когда она жила здесь, еще в школу ходила, она ее выбрала. Потом она с ней вот переехала к бабушке. Ну и оставила ее там. Я сказала, я забираю. Мне она нравится, она, конечно, она необычная, прикольная, мне нравится. И как бы нету пластика, чтобы опадать. Может, конечно, этот фатин тоже когда-нибудь треснет. Но на данный момент мне нравится, я буду хранить это. Так, я тут замесила муку с водой на ржаной хлеб. Это еще до закваски. Но сейчас он идет. На полчаса у меня в духовку постоит лампочка. Первый заказ года у меня на ржаной хлебчик. Hey guys, what are you doing? Guys, what the? Come on, time to go in. I figured out a new way how to feed Casper. Okay, can we close the, can you close the playhouse and time to come in? I'm making mac and cheese. It's getting dark. Can you close it, please? Сестра старшая за ним следила. Did you feed Casper, you said? Well, I put it in my, I was wearing my gloves. Okay. All right, Joshy, you just throwing everything around? Oh no, Trini, you too. Put your boots nicely. Me too.
тоже сегодня бесплатная с Джульеттиной работы наедала. Show me how it works. Wow. Санитайзер. All right. Rub, rub, rub. Правда, перчатки на руках были, но все равно. Don't rub your face. Rub your skin. Я сейчас макарошки делаю. Ага. Мы выходим. Я маме хочу отвезти ее посуду и хлеб для нее, буханочку, которую я испекла. Скарлетт идет со мной, она хочет Starbucks, там недалеко от мамы есть, так что делаем вот такую свиданку вместе, ну как, заодно и ей что-нибудь, вложу ее. Ладно, поехали. Почтальон Печкин принес вам заметку про вашего мальчика. Да, все твои решили заехать в PetSmart, купить сверчков, если есть, конечно. Посмотрим, будет у нас Mango Monday для усыновления. Вот этому котику черному 3 года. А, это девочка. It's a girl. The black one is a girl. And then that, oh my gosh, it's so pretty. She has a, I don't know if it's a girl or a boy. It is a girl. Look at that chest of hers. Oh, это вообще красотка. Котика. Такая славная кисечка. Такие они классные. А тут смотрите, какой дымчатый. Красивый тоже. И у него лялечка маленькая. Короче, я их за ванной тут застала. Это вообще красавец. А ну посмотри, посмотри на меня. You are so beautiful. His name is Lance. His name is Hi! Oh my gosh! I want Lance. Мы влюблены. Are we in love? I want that cat. Are we in love? Yes. Are we in love? Ой, какой красивый. Вот этот последний. Все. Пушистенький. Он мне моего Мурчика напоминает. Мурчика немного другая окраска, но шерсть такая же длинная, пушистая была. Дэнни его не захочет. Из-за шерсти. Он такой красивый. Ой, как я его хочу. Хочу. И ему всего 6 месяцев. И он там уже сидит с 29 октября. Такой красивый котик. Как он до сих пор еще его не взяли? Я не понимаю. Неужели всех мужья Дэнни? Такой халюсь. Я так хочу его. $50, чтобы усыновить котика. I need that cat. I need that cat. О, мой goodness. Я прям, мне прям через стекло хотелось его пошмакать. Такой, там девочка с такой палочкой с ним игралась. А он за ней так смотрит. Такой игривый. Так хочется ему эту палочку схватить. О, лялечка маленькая. Хочу. Мы в Starbucks и ждем нашего... It's temporary closed. Can you read? Столик закрыт. И это самое... Скарлетт говорит, мама... Если мы возьмем этого котика, его зовут Лэнс, ты его будешь Лэнсом называть, я говорю, буду его Лёшиком называть. Будет у нас Лёшик. Вот, уже понимаешь, что что-то тут интересное и вкусное будет сейчас происходить. Ну? Давай. О, ням-ням, ужин готов. Пошла жара. Ты маленьких и больших, ой, дохлый, по-моему, дали. Что там только не дали тебе, да? Видно, она застряла в коврике. И мы теперь смотрим на ее попу. Как она круто махает хвостом. Пытается, наверное, зуб свой высунуть из коврика. Точно. Манго. Вылазь. Чав-чав. Ням-ням. Я тебе там воду налила, иди запивай. Какой-то дохлый, даже не убегает. Неинтересно, да? Что-то нам дали всяких. Обманули. Ну? Облизываешься, да? Ну, там рядом шевелится. Да, не такие живенькие сверчки. Ну, хоть какие. Мы последних забирали, я так увидела. Они уже достаточно пустоватые были. А вообще тут сверчка нету, это я. Так смотрят на меня сейчас, как будто на мою камеру прыгать будет.
Ну? И что будет? Так, на это самое. Задумалась. Насторожилась. И что дальше? Поехали. Все, на этом все закончилось. Все, манго мандей, друзья. Тут какой-то вообще малепусенький сючок затесался. И она его заметила. Он уже не двигается теперь. Ее внимание ушло куда-то в другую сторону. Все, а я уже тут камеру на тебя навела. Ну да, выходи. Духликов ей не захотелось. Ладно, наверное, буду я прощаться с Манго. Прощай, Манго. Удачи тебе. Да. Пока. Не соглашается наш папа на котика. Мы с сестренькой заканчиваем школьную работу. Мы не закончили в пятницу. Теперь дождались до самого вечера. Чашек уже спит. А мы вот заканчиваем примеры. Короче, она не пришла, я ее снимала. Я так хочу такого котика, у него такой он красивый, такой он красивый. Я представляю эту шерсть. Говорит, нет, мы сейчас не в том доме, чтобы иметь кота. Мне плевать, как у меня дом. Я хочу кота. Так, следующее утро. Я вечером, мы еще с Джульеттой посмотрели эпизод Хауза, и все, я пошла в постель и не закрыла влог, потому что мне так легче. Похоже, что так. Так что я буду закрывать влог. Огромное спасибо за просмотр, вашу поддержку, комментарии, лайк. А, я поговорила еще с Анжеликой вечером, и она звучит намного лучше. Ее голос намного лучше, не хрипит, так что слава богу. И она, и Рики уже были на работе, конечно, со всеми предосторожностями, масками и вся такая чепуха. Но температуры нет. И так как... тест был негативный, она вышла на работу. А я буду закрывать влог. Огромное спасибо за просмотр, вашу поддержку, комментарии, лайки, подписку и просмотр рекламы. Я желаю вам спокойной ночи, до новых встреч. Bye-bye.